На 36-м заседании Совета депутатов Ленинского района присутствовали глава Олег Хромов, его заместители, начальники управлений. Первым пунктом заседания было рассмотрение и принятие поправок в бюджете муниципалитета. Татьяна Макушкина, начальник финансового управления, в своем докладе отметила, что в бюджете этого года много расходов на оснащение образовательных учреждений мебелью для дополнительных мест. Расходы связаны с реконструкцией и капитальными ремонтами детских садов и школ, благоустройством их территорий. Требуется финансирование и нового учреждения предоставления муниципальных и государственных услуг МФЦ. Сегодня в бюджете района расходы этого учреждения занимают значительное место. Сегодня численность набрана в соответствии с действующими региональными стандартами. Мы проводим ребрендинг этого учреждения, устройство территориально обособленных подразделений. На все это в первую очередь направляются средства нашего бюджета. Рассмотрены и приняты были и внесение изменений в положение о ревизионной комиссии, а также предоставление безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения для управления Федеральной миграционной службой. При одном воздержавшемся Совет депутатов принял к исполнению часть полномочий сельского поселения Развилковское. Все пункты повестки дня заседания, а их было 12, были рассмотрены и приняты соответствующие решения. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурконова, «Видное ТВ».